Всем привет! В этом видео мы с вами посмотрим на новый рюкзак от XD Design. Там применяется несколько интересных решений, которых раньше фактически в рюкзаках не было. Как от XD Design, да и в других я не видел. Давайте вместе разбираться, как это все работает и насколько удобно его носить. Для начала стало уже доброй традицией вам предлагать промокодик. В этот раз промокод Филатов, и вы получите скидку 20%, которая будет действовать 2 недели на все рюкзаки и сумки от XD Design. Кстати говоря, на сайте на данный момент проходят сезонные скидки, и промокод суммируется с ними, так что поторопитесь. Ну и конечно, остерегайтесь подделок, лучше всего покупать рюкзаки XD Design у официального представителя в России, интернет-магазина xd-design.ru. И помните, что компания XD Design всегда заботится о сохранении природы, поэтому рюкзак выполнен из переработанных материалов, о чем говорит отдельная бирка. Полное наименование данного рюкзака – Flex Gym от XD Design. Отличный рюкзак, при этом он сохранил все те фишки, которые мы привыкли видеть у рюкзаков XD Design, то есть функционал здесь аналогичный. Самое главное что? У нас защита от карманников на месте. То есть все молнии и карманы для важных документов скрыты. Есть карман на спинке рюкзака, он имеет защиту от считывания, так называемый Fit-защита. Туда вы можете положить кошелек с карточками, ну или, например, документы. При этом здесь еще и достаточно большой объем внутри, то есть основное отделение имеет 16 литров объема. Также есть и возможность разместить внутри ноутбук с диагональю до 15,6 дюйма, а также множество дополнительных карманов. У меня, например, туда легко поместился кошелек, паспорт. Аналогично можно разместить там все, что вам заблагорассудится. Плюс есть сетчатые и не только кармашки, которые защищают от перемещения вещей внутри во время поездки либо прогулки. Еще одной отличительной особенностью рюкзаков XD Design это то, что есть внешний USB-порт для зарядки ваших гаджетов. Здесь он сохранен, однако теперь он расположен в плечевом ремне, а это значит заряжать будет еще удобнее. Сюда также можно спрятать провод и достать его в нужный момент. Материал добротный, выглядит хорошо и легкого дождя не боится, что тоже будет немаловажным плюсом. Но тут мы подходим к главной фишке этого рюкзака. Это не просто рюкзак, это рюкзак-трансформер. За пару секунд вы можете легко изменить его внешний вид и, самое главное, увеличить объем, превратив из классического делового рюкзака в спортивный. Все это делается благодаря переднему карману. В нем спрятано еще одно мягкое складное отделение на молнии, и также там дополнительно 8 литров объема. Напомню, внутри 16, плюс 8. Считайте сами, пишите в комментариях, сколько суммарно получается. И там, например, вы можете разместить, ну, я положил обувь спортивную, для занятий в спортзале. И на самом деле можно разместить все, что ты только захочешь. Для того, чтобы внешнее отделение не теряло форму, есть две дополнительных лямки. Они позволяют закрепить его на лямках самого рюкзака. Защелкнули и все. Он удобный. Вот даже если прям тяжело, то без проблем можете перемещаться. Лямки мягкие, плюс они имеют пористые основания, как и сама спинка. Поэтому вес распределяется легко и фактически на спине не ощущается. Да и в принципе положить можно действительно много всякого разного. Даже приличного размера ноутбук на 15,6 дюйма легко внутри поместится. И много дополнительных карманов. Однозначно, теперь это мой самый любимый рюкзак у XD Design. Давайте переходить к итогам. По итогам XD Design создали, ну, по сути, универсальный рюкзак. Настолько, что вы можете легко его взять с собой в путешествие, легко его носить ежедневно и даже, в принципе, не заморачиваться о том, что у вас поместится что-то или не поместится. У него достаточный объем, у него много карманов, у него действительно интересная эргономика с точки зрения ношения на спине. XD Design в очередной раз молодцы. Естественно, актуальная цена будет по ссылке в описании. Не забывайте про промокод со скидкой. Он тоже там будет в первой строке в описании к этому видео, а также при на комментарии. Большие пальцы вверх ставим, на канал подписываемся, внизу есть красная кнопочка, нажимаем на колокольчик два раза, а также несколько дополнительных роликов здесь, нажимаем на один из них, переходим, смотрим, там реально много всякого интересного. Жми, не тормози.